бойтесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Иисус – пастырь, что защитит вас от этих волков, а я – его верный пес, что возвращает заблудших овец на путь истинный. Среди вас есть заблудшие, не так ли? Мама, преподобный сказал, что заберет тебя назад. Может, у тебя нет языка, но с ушами-то все в порядке. Ты знаешь, зачем я пришел? Я пришел тебя наказать. Как ты ему это позволяешь? Это грех. Я люблю его! Не любишь. Это похоть. Он никогда не остановится, да. Твоя мать из тех, что подставляют другую щеку. И ты такая же. Никогда не оставляй своих любимых. Пора бы тебе это выучить. Yeah.